образом попасть к хвосту в команду. Потом, когда вы приезжаете на какой-то чемпионат и идет расселение в отеле по двое, вы говорите: я с Сашкой, потому что у меня есть бананы или еще какую-нибудь хрень, короче, невнятную. Вас поселяют с Сашкой, и неожиданно из двух постелей. Ладно, это уже другая история. Собственно, план есть.